Привет! Привет, 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 привет. Сейчас я сяду, по-моему, а то плохо нет ловит. Привет! Фу, что за жуки? Фу, что за жуки, как много их, на. Блин, не сядешь никуда. Одни жуки. Смотрите, хотела сесть на этот. Одни жуки. Просто жесть. О, тут тоже жуки. Везде жуки, короче. Бесполезняк. Надо искать другое место. Я нашла себе другое место. Самое бомбовское на этом острове. Гамак. Майя, заметь меня, люблю тебя, я тебя вижу. Так, ну чё, помимо снятых собственноручно волос, у меня теперь еще есть снятые собственноручно ресницы. Все, мне надоели эти все штуки, прицепленные на мое лицо. Поэтому я все поснимала. Вся жизнь безопасна, да не вся. Поэтому я не там сижу. Ой, я не знаю, что за песня, это у пацанов вон колонка стоит и играет. Так, привет, Маюш, вы такие зайки, спасибо большое. Слушайте, ну, не без проблем, конечно, чё, но все бывает. Я, кажется, проклята. Я капец не начался. Так, ты огонь, спасибо, спасибо. Ничего не получается. Чего вдруг она должна прилететь? Так, что, вам интернет подключили? Да. Нам его иногда дают. Да, радостнейшее событие, он у нас иногда есть. Слушайте, я сегодня вообще не выспалась, это просто трэш какой-то. Короче, мы встали с Лёшей в 7 утра, и потом полдня проспали, но с самого утра мы были такие злющие вообще. Когда конкурс в 1 миллион, да он уже идет. Вроде, да, идет. Сколько времени у нас? 0:54. Каким фильтром пользуюсь? Я в Lightroom создала свой пресет, им пользуюсь. Подождите, надо волос немножечко добавить. Во. Так, скоро спать пойдешь. Мы недавно смотрели фильм с Лехой. Хочу вот досмотреть фильм, ту часть, на которой я уснула. Подождите, надо экран потереть немножечко. Вот, хочу досмотреть фильм и потом уснуть благополучно. Так, мое счастье вам с Лехой. Спасибо большое. Сейчас у нас немножечко такой напряженный был день сегодня. Надеюсь, все пройдет. Ты что, прилетит? Почему? Нет, вроде не собиралась. Сейчас ты самый интересный на проекте. У тебя хорошая энергетика. Спасибо большое. Я знаю, что у меня очень сильная энергетика. Поэтому ко мне люди не умеют относиться и не могут относиться параллельно, то есть, ну, нейтрально. Меня либо любят очень-очень, либо ненавидят очень-очень. Какой помадой пользуешься? Никакой. Это татуаж. Я делала татуаж под свой цвет губ, чтобы их не красить. Желаю тебе родить доченьку. Спасибо большое. Трек крутой. Да. Почему ты не отвечаешь? Я вас люблю, родная. Спасибо вам большое. Отвечаю, видите. Кто там диджей? Диджей и колонка сама по себе играет. Все подряд треки. Я по знаку зодиака Телец. Год обезьяны. Заполнила анкету на проект. Надеюсь прийти к вам и дружить. Хотелось бы стать для тебя другом. О, приятно, ничего себе. Ты про это на косинке тоже? Маня, родная моя, как оно? Привет!
Ой, как я рада тебя видеть, слышать, вот читать. Маня, я надеюсь, мы скоро прилетим, мы обязательно с тобой встретимся. Видно, что телец? А почему видно, что телец? По каким моментам, мне вот интересно. Я пишу в директ, ты мне не отвечаешь. Да потому что я в директе, ребятам столько сообщений, вы себе представить не можете. А еще, знаете, есть такая тема, когда ты сторис выкладываешь, тебе люди могут на этот сторис писать сообщения, и они же все в директ приходят. А еще, когда я в прямой эфир выхожу, потом люди его пересматривают и пишут сообщения. Поэтому как бы в директе вообще там невозможно что-либо найти. Я так соскучилась, слов нет. Машенька, вы хорошая. Ой, ну все, скоро я это прилечу к тебе. Будем с тобой гулять. Там весна. Здорово. Да, я видела, кстати, в сторис, Машка, ты что-то приболела. Давай выздоравливай. Мне не нравится, что ты болеешь. Вам на острове на сколько дали телефон? Да у нас уже где-то час, наверное, где-то полчасика осталось. Вот, и телец, и обезьяна, как моя доченька, значит, все будет хорошо. И у вашей доченьки все будет хорошо. Передай привет моим дочкам, мой уже 9-1 год, передаю. Вас на лобную сейчас показывали. Да ничего себе. Люблю Лёшу. Что? Люблю. Лёша, привет. Машу. Лёш! А Лёша исчез. А Лёша куда-то исчез. Я его, кстати, прикиньте, он был в батике и куда-то исчез. Но у нас есть вот такой вот тип. Посмотрите на него немножечко. Никит, работай на камеру! Девчонки, вы не хотите прийти к Никите? Он одичал, посмотрите на него. Он девчонок на проект зазывает. Ты гитарист 80-х? О, сейчас коронный выход, смотрите, сейчас будет что-то. А, диджей. Диджей Октопус. Ой, чуть не упала. Где ты? Октопус, ты где? Я тебя потеряла. Вот он. Так монотонно, тут, где нас нет. Все, я вам показала Октопуса. Приходите к нему, пожалуйста. Кто хочет к Октопусу прийти, к Никитке? Очень классный парень, реально веселый. Что у него с волосами? Это парик. Скажите, кто хочет к нему прийти? Давайте. Ну-ка, давайте. Сейчас будем Никиту сватать. Где он? Вон он, пляшет до сих пор. Смешной, он очень смешной. Помните, у нас был Виталик Малышев? Вот Никитос похож очень на него. Ну, по чертам характера. Покажи еще раз его. Так, ребята, через 5 минут. А, через 5 минут интернет отключают. Никит! Тебя просят показать еще разок. Ой. Все, короче. Качки тут одолели нас. Сколько у вас времени? Можно поближе его? Поближе, ну сейчас попозже. А, проект это тюрьма. Нет, проект не тюрьма. А,
понимаю, почему был сложный день, что случилось, но немножечко мы поругались. Что смотри? Ага, я о, Никит, тебя поближе хотят. Ну вот, как бы это Никита. Вот, девочки, берите Никиту, он хороший. Октопус. Помирились или нет? Ну, не совсем. Ну, слушайте, у всех все бывает в жизни. Немножечко недопоняли друг друга, немножечко обиделись, немножечко поругались. Слов наговорили кучу лишних, как обычно. Он тоже, да, он мне тоже напоминает Виталька. Ой, Виталик, тебе девушка хочет прийти! Ой, Виталь, господи, Никит! К тебе хочет девушка прийти! А? Валентина Чернова, 1104. Вот, если вот. Если ты думаешь, что я фрик, малышка, то нет. Ой, подождите. Никит, давай. Либо лампу закрой головой, либо вот сюда куда-нибудь, да. О, молодец. Малышка, если ты думаешь, что я фрик, это не так. Он просто веселый. Он в хорошем настроении. Напиши мне. Инстаграм. Соси мой посох. 2.0. 2.0. Напиши. Ой, я тоже. Я тоже. Никит. Ну все, это успех. Давайте. Пишите, пожалуйста, Никите все в директ. Давай поближе, там, подожди. Не видно. Во. Вот сюда пишите, Никите. Он обязательно... Скриньте, скриньте, успейте. Я тоже, ты прикинь? Че, родные? Так, все, пишите все Никите в директ, он вас ждет, будет с вами со всеми общаться. Я тоже приду, ничего себе. Он похож, да, на Виталия, я его даже назвал Виталий. Миритесь, не ругайтесь. Да помиримся, конечно, подойдем. Ничего, вообще бывает. Так, Никите срочно в директ все пишем, а я... Да с чего Пинчук-то на острове? Она не на острове. Вот вы меня в прошлый раз спрашивали, Пинчук ушла с проекта? Я говорила, нет. А она говорила, да. И по итогу, где Пинчук? Где? 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 Вот. А она не на острове, нет. Кто бухущего чего? Мы все трезвые, никто не пил. Скажи Юлии Фременко, не могу, вот, как бы, ночь. Никитос, жду твой привет. Короче, во, все пишут, что Никита классный, классно. Пишите Никите, он со всеми вами поговорит обязательно. Боюсь, не ругать Стёшу. Хорошо. Просто там такая ситуация произошла немножечко неоднозначная. Поэтому он обиделся, а я как-то... Короче, не знаю, посмотрите сами через неделю. Таня Мишельбет, нет, не вернулась. Какое у тебя время? Час ночи. Так, короче, мне сейчас отключат Wi-Fi, я не успею сохранить эфир. Все, давайте, пока-пока. Пока. Это все, что я хотела сказать. Пока.